Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я покажу, как записать свой голос на видео в Premiere Pro. Например, мы монтируем видео, и нам нужно записать какую-нибудь вставку голоса. У нас есть подборка кадров, но только не хватает вот какой-то фрагмент дозаписать. Смотрите, у меня уже есть здесь смонтированная видеодорожка, аудиодорожка. Давайте аудиодорожку я сейчас отключу, нажму на M, приглушить звук дорожки. И вот здесь... На этой дорожке я запишу свой голос. Для этого нужно нажать на микрофончик. Нажимаю, идет 3, 2, 1. И теперь я что-то говорю в кадре. Раз, два, три, раз, два, три. Нажимаю на пробел, просто останавливаю. И давайте послушаем, как это звучит. Мы видим то, что наш голос записался. Действительно, мы можем что-то озвучивать, когда у нас здесь идет картинка, текст. Мы также можем приглушить эту дорожку, если нам не нравится, да, записать второй вариант, еще вот здесь нажать на закадровый текст, записать второй вариант и потом выбрать, какой вариант лучше. Также мы можем, если, например, вот концовка нам не понравилась, мы можем прямо вот отсюда перезаписать, чтобы вот отсюда началась наша запись. Нажимаем вот сюда ползунок и нажимаем закадровый текст. 3, 2, 1 у нас, и теперь мы разговариваем, 1, 2, 3, то есть видите то, что сначала у нас мы прослушали вот этот закадровый текст, который мы уже слушали, чтобы нам как бы пример напоминает, что мы записывали, и теперь мы продолжаем с момента, когда вот 3, 2, 1 отчет закончится. Когда вы, соответственно, первый раз сюда нажмете, то у вас сначала спросит, сколько секунд отсчитывать, нужно ли отсчитывать сколько-то секунд. Да, вы тогда нажмете, что вот 3 секунды, либо вообще не нужно отсчитывать, сразу после нажатия этой кнопки у вас будет происходить запись голоса. Спасибо за просмотр, если видео это было вам полезно, не забывайте поставить ему лайк и подписаться на канал. Всем удачи, пока!